У нас поменялась зона фруктов, и посмотрите, большие красивые горки вместо тех палет, которые были до этого. Товар лучше виден, он более свежий, его проще выбрать, проще купить. Здесь у нас продажа цветов. Обратите внимание, свежие орхидеи, фаленопсисы, розы, хризантемы. Все свежее, все красивое. В этой зоне у нас ранее были суши, они здесь остались. Мы улучшили выкладку, сделали новые сорта, новые виды. Пожалуйста, приходите, пробуйте. Всегда был знаменит центральный, это торт «Мечта». Остальные торты, кондитерские изделия, булочки, пирожные, хлеб. Все собрано в одной зоне, теперь гораздо удобнее. Не надо искать по всему залу. Зашли, выбрали то, что нужно, купили. Если посмотрите, здесь несколько метров сыра представлено совершенно разного. И камамбер, и дорблю, маздам, конечно же, на любой вкус. Одна новинка нашего ассортимента – это свинина по датской технологии. Она более нежная, более сочная, более светлая. Ее можно даже детям от 3 лет. Расширили ассортимент оливкового масла, добавили новые бренды. Теперь самые требовательные покупатели могут найти для себя любимое оливковое масло. Центральный стал настоящим раем для сладкоежек. Мы добавили очень вкусные, не самые дешевые печенья. Логотип был разработан нашим белорусским дизайнером Игорем Жуком. В нашем тесном сотрудничестве он разрабатывал и сам логотип, и айдентику, визуализацию. Что представляет собой логотип? То есть, если закрыть вот эту часть, это олицетворение, наверное, магазина, философия магазина. Это и покупательская корзинка. То есть мы вложили в этот логотип именно философию покупок, удобных покупок. Полностью цветовую идентику магазина. Если вы обратите внимание, сейчас у нас темное оборудование, темный потолок, яркая навигация на стенах, декоративные деревянные элементы на потолке. На самом деле это алюминий. Для того, чтобы покупателю было удобно, комфортно, мы сделали линейную раскладку освещения, поставили более яркие, более мощные лампы, чтобы покупателю было удобно находиться в нашем магазине. We'll be right back.